Химки – один из самых привлекательных регионов Подмосковья для бизнеса. По результатам 2018 года городской округ возглавил рейтинг предпринимательского климата. Ежегодно его составляет Министерство инвестиций и инноваций региона. Оценивают количество привлеченных инвесторов, развитие проектов и создание новых рабочих мест. Успехи городского округа отметили на пресс-конференции в информагентстве ТАСС. По поводу этим всем направлениям Химки действительно является лидером. С точки зрения обратной связи, которую дает власть малому бизнесу и крупному бизнесу на территории, и глава городского округа и команда очень хорошо отрабатывает, поэтому при расчете интегрального рейтинга они Химки заняли достойное первое место. Здесь самое главное удержать. Удержать лидирующие позиции непросто, но возможно. В прошлом году в Химках открыли больше 4,5 тысяч новых предприятий и создали 6 тысяч рабочих мест.